Кури-то кто там? Луночек. Луночек. Сидит кисонька наша. Моя девочка любимая. Смотри, Хорик-то, где кисонька? Где кисонька? Хор. Хор. Не до кисоньки тебе? Моя девочка золотая. Кисонька. Кисонька. А где твой этот, как его, ошейник? Молчит. Хуриточка, ну пусть она покушает. Она целый день не жрала. Дай ей покушать. Иди, ради бога. Пошла, сейчас купила корм. Вот она жрет. И кашу ей давала Хуритину с мясом. И что еще давала? И драники давала. Положила ей, короче, сюда маленький драник. Она его так тын-тын-тын лапой раз скинула на пол. Хура сожрала сейчас. Потом наливала молоко. Она немножечко полакала. Кроме корма вообще ничего не жрет. Вот сейчас я ей дала пол пакетика. И сейчас снова еще пол пакетика. Давала манную кашу. Вот она ее так и не съела. Только кормик любит. Не знаю, как ее переучить. Даже не представляю. Хурита, иди! Иди дай покушать кошечке. Легла. Кушай, мое солнышко. Кушай, моя девочка золотая. Такие у нас реалии. А на улице красота. Все листочки почти пооблетали. А те, что остались, прям похожи на какой-то гербарий. Или что-то такое японское. Так красиво вообще. Мне очень нравится. Времени. Сколько у нас времени? Сейчас посмотрим. Та-дам, та-дам. 9:03. 9:03 это круто. Тут смотрите. Найди собаку. Юлька сегодня гуляла с Хуритой в лес. Вот они по полю ходили, а дальше в лес. Найди собаку. Так называются фотографии. Еще прислала еще фотки. Там вон начинается уже лес. Красиво. Все в снежочке. Тут прям Шишкин отдыхает. Очень красивые фотки. Ну, она ж художник. Она так видит. Речка. Матушка, спрячь меня. Вот. Что ты, солнышко? Ты же обожранная. Ты просто обожранная. Скоро треснешь. Иди, отдыхай. Только пришла с улицы. Дай лапку. Дай лапку. Дай. Дай лапку. Дай лапку. У нее лапы холодные, как лед. Реально холодные, потому что она сейчас по снегу бегала. Ледяные. Все? Все скушала? Китютик! Китютик! Умница моя! Все скушала? Молодец! Молодец, Луночка! Все, Хурита, она все съела. Ничего не оставила тебе. Хурита Пылесосовна. Пойду прогуляюсь. Хурита, пока. Пока. Скоро этот свет появляется в мне, засияет в тебе и во мне.
скоро будем мы лишь любовью сиять. Здрасте. Снова небо, смотрите какое. Мне сказали, потому что там теплицы какие-то. О, сколько света горит, смотрите, как непривычно. Весь дом. Соседки мои там лясы точат. Скоро станем мы жить, всех любя. Вот такая песня у меня в ушах. Я даже не поздоровалась с вами. Привет, мои любимые. Добрый, прекрасный вечер. Божественный и волшебный. Волга. И там синий огонечек. Ты. Нас ждут любви края. Скользко, однако. Видите, везде светик горит. Везде светик горит. Там вообще уже украсили. Скоро Новый год, мои любимые. Буквально через пару месяцев. Всплыло. Не пойду, там скользко, здесь хорошо. Важно, как нас сюда занесло. Важно знать, зачем мы ушли от звезды под покровы земной темноты. Ой, какая песня у меня в ушах. Мне сейчас звонила из Ирландии подруга. Говорит: Ириш, я с тобой поговорила. Мне прям легче стало. Воздух пошел. А то тут вообще не с кем пообщаться. Я говорю: так ты же живешь с этим, с Олегом в одном номере. Ты с ним что, не общаешься? Она говорит: не, а мы как с разных планет. Я говорю: о, прям как мы с Юлечкой. Я говорю: я иногда несколько дней ее не вижу, хотя в одной квартире вроде живем. Бывает такое. А с некоторыми людьми вообще с другой страны, с другого города иногда общаешься каждый день. Я с Наташей Ясковой из Коврова чаще общаюсь, чем с Юленькой. Или с Наташей Зыряновой, или с Ирочкой Николаиди. И много-много с кем общаюсь чаще, чем с человеком, который живет со мной под одной крышей. Как вот так? Субханаллах! Как так Бог делает? Красота. Красота. Хрустит снег под ногами. Но мне девочка прислала сегодня фотки из горячего ключа. Там везде солнышко. 22 градуса тепла. А сынок прислал из Ливана. Говорит:
Вообще жара. Все ходят в майках и футболках. А я ему прислала снег, фотки, где я там вечером фоталась, когда все было в снегу. Сейчас уже что-то подтаяло. Он говорит: это что, фотографии этого года? Я говорю: да, сыночка, только что сфотала. Он говорит: да ладно. А у нас, говорит, такая жара, как летом. Очень жарко. Вот так вот. Такая у нас прекрасная земля. Все здесь есть. И холод. И жара. И все подряд. И где-то утро, где-то вечер. Ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту-ту, ту-дум, ту-ту-ту-ту-ту, ту-дум, ту-ту-ту-ту-ту. Я пришла за порошком. У меня закончился, нечем стирать. Ух ты, какая принцесска. Идемте. Я в тот раз купила, оказывается, два этих самых каких-то там геля. Сейчас покажу. Купила один вот такой за 109. Нектар Inspirations. Ну, короче, какой-то этот самый. То ли. А, кондиционер. Для белья. Купила кондиционер. И второй купила тоже кондиционер. Представляете, я была с Хоритой. И вся такая задуренная, что не купила для стирки. А надо было средство для стирки купить. Вот сейчас куплю. И кисоньки возьму. Говядину нет. Кролик в желе. Да, это получше. На утро. Та-дам. Та-да-та-да-та-там. Та-дам. Тарари-ра-ра-рам. Молоко мне надо. Молоко. Посмотрим число. Как всегда. Число 25.10.2023 года. 294 МДЖ. Не знаю чего. 25. Сегодня какое? 29. 4 дня уже молоко. Ну, что делать? Еще мне надо. Не мне, подруги. Яйцо 9 рублей. Одна штука. Капец. Капец. Тут одного не хватает. Почему-то. А тут. Это S2. Юлька сказала брать только S1. Давайте S1 посмотрим. Все. Взяла все, что хотела. Нет, не все. Еще хотела шоколадку. Без шоколадки я никуда. О, господи. Чуть не задохнулась. Зелененькую. Да. Зелененькую. Та-да-да-да-да. Все. Добрый вечер. Добрый вечер. Господа. Да. Благодарю. Прохожу. Спасибо, солнышко золотое. Пакетик нужен будет вам? Угу. Нужен будет. И пакетик.
Так, карта пятерочки. Наверное, не взяла. Да, не взяла. Ну, ничего, забыла. Пожалуйста. Благодарю. Да, пожалуйста. Недостаточно средств. Не может такого быть.